Ну, еще есть шанс. Напомнили. Да, еще есть шанс поиграть с нами сейчас, Марсель. Даже. Прыгаем с Ханей аккуратненько. Женским голосом я сейчас поиграл бы. Сема Александр, шкипер, шкипер, братское сердце, Александр Милиц. Сема Александр. От меня, от Марселевна. Всем достойнейшим, братья. Конечно. Мы с Марселем сейчас вдвоем на рейтинге берем топ-1 против сквадов. Это легендарная катка попадет на YouTube. Марсель и Лахма берут топ. Даже. По системе Лахмаджу, по сейву. Я не люблю скучные давай, игры. Давай, я как Марселю сказал только что недавно, я лучше умру красиво, чем выживу некрасиво. Стопудовая тема. Марсель это знает, Марсель это видит. Просто, бля, возвращение для Лахмы. Да слова ты че, вместо Адоузи, бля, кто-то же должен зайти, не Адоузи, а этого, бля. Данте, который играет с Ферсиком с ними. Я а же с ним вместо... что случилось? Бля, плохо отыгрывает. Ой, бля. Замена с Ханя, немедленно. А как у тебя пошел бы, брат, я тебе говорю. Если бы не молочил, да? Просто, бля, если не молочил, испортил судьбу, бля, за слова отвечаю. Про геймера, да? На турнире сейчас, прикинь, там рубился бы с ними, бам-бам, ты смотрел бы меня, бля, на огромном телеке, жил, бля, лахма, на еще, турнире долбит. Кентам рассказывал бы, это мой друг, они бы не верили. Приколи, да. Да, просто курбан. Просто один курбан, вот так взял, сбил весь ритм. Бля, засала, отвечаю. Я никогда в жизни не подумал, что один курбан столько хуйни может сделать. Да-да-да-да-да-да. Вот да, такой кайф, бля. Один курбан, вот такой добрый, бля, приятный пацан, очень такой... Отзывчивый, позитивный, да. Да, что такую хуйню мог сделать, сам того не понимая. Вот он сделал, да. он сделал то, что я сейчас, блядь, соло против дуо против сквадов запускаю и бегаю здесь, ты понял? Как какой-то, блядь, этот беженец, блядь. Хотя мог на турнире сейчас в Дубае сесть с Ханей, ты даже туда приехал бы тоже ко мне в Дубай. Поддержать, блядь. За слова отвечаю, как тренер был бы там. Просто, бля. Просто курбан. У тебя зависла игра, брат? Нет. У тебя зависла, да, Саня? Все, да, уже. Мы хорошо в зоне сидим с Ханя. Нам вот сюда перебраться бы, вот сейчас машину найти. Машина у меня есть, Ханя, ты готов, я за тобой сейчас заеду? Да, да, да. да. Мы по системе играем с Ханя, по системе... Тебе сейчас здесь нужен? Да. Мы по системе так, играем вот Лахма. А на... мы ближнебойцы Лахма, да? А мы ближнебойцы, мы сдалека не работаем, мы что хотим в лицо говорим. Алихану песню пел и сам М-ку на калаш сейчас поменял. Калаш на М-ку. Выходишь с Ханей, да, ехать да, надо. Я тебе даже не могу вынести 6х, брат. Настолько ты заполнен, да, с Ханей? Подожди-ка, я подбегу сейчас. У меня сумки нету. Да ну наксу. Да. Ты тогда с форби сумки бегаешь золотым калашом с Ханя, да, миником? Фуй, бля. Да. Нормально с Ханя ты зарядился. Вот здесь же шприц, туда-сюда. А х6 где с Ханя? А, вот же он. Вот здесь справа. Хорошо. Что-то у меня игра зависает. Да ничего страшного, с Ханей, я затащу, бля. Пам-пам, машина отъезжает. Why? Приколи, да тебя даже... Нас сейчас эта машина даже убьет, даже враги не нужны. Мы как... Мы смотри, что мы делаем со стороны, если было бы видно вот так, от третьего лица сейчас на чемпионате мира. Да мы вот так чемпионат выиграли бы с Ханей. Я чувствовал, до этого болик выпил. Еще один уемак быстрого. Ух, бля, мы какие заряженные с Ханей. Это топ-1 однозначно будет нашим, жесть. Бля, если бы у меня еще не зависало... Да я нормально все с Ханей, я все сделаю. Да, пойди, ты же рядом с Ханей, ничего мне. Конечно, с Ханей, тебе даже об этом думать не надо, что что-то как-то бывает, G. И перед этой игрой меня так смотивировал, что сейчас я любого, бля, профика даже растерзаю с Ханей. Вот эти профи, которые там играют на турнире, я же их джухал с Ханей в свое время. Синди их на кастомке звала, я их высушивал, приколи. И сейчас они там на турнирах играют. Здесь М24 с Ханей, здесь по кайфу тебе заметить, коряк. Рядом зависает, сука. Зависаешь на весах, по взглядам. Топ-топ-топ. Бля, неужели сумка, бля. Я Ты вижу был? Цель с Ханей, но не вижу препятствий. Сейчас зона, когда сойдется, препятствия появятся с Ханей. Препятствия появятся у них, мы вдвоем зашли на умах, ты понял? В ранг мы вдвоем зашли.
Люди, бля, по 8-9 человек заходят поиграть. Меняются там, зашли. Бля, на разные компьютеры. Да, пол игры одним поиграл, пол игры другой. А мы вдвоем зашли человек. Против нереальных задротов с Ханя рубиться. Курбан призвали. С Олегмой знаешь, что играет? Курбан, бля, мышку держит, Олегма клавиатуру. Приколи по очереди. На одном, через два персонажа заходят и вот так играют вдвоем. А мы с тобой вдвоем просто зашли против толпы. Это уже много чего говорится. Это уже, бля, говорит о том, что мы можем вот так сделать. Мы можем. Я не знаю, конец какой будет. Ну, бля, начало у нас пиздец ебанутое. Многообещающее, Станя, начало. Да, Санский. Вот это ты правильно говоришь. Вот это название много обещает, оно же есть. Да. Обещания будут. Нихуя не делают. Да, да. Пока, пока, Станя, пока. До первого хипища мы живем, Станя. А до второго выживаем. А потом до второго в натуре выживать будем. Бля, Саня, первый человек, кто твою карьеру, бля, погубил, был Курбан, молодец, второй я буду, по-моему. Не-не-не, на втором месте там много других людей, Саня. Пока до тебя дойти, я уже все уже, бля, может, высохший до тебя дошел. Уже такой сбитый летчик. Уже сбитый уже, который все видел, бля, в нокаутах был, в нокдаунах, блядь. И попасть может Бухан, бля, и пропустить может, ты понял, такой, как Емеля, бля. Такой, бля, когда ты от него не ожидаешь, он может выиграть. Да, такой, бля. Когда ты возлагаешь, так, бля, может выйти ха-ха по. Неожиданный, бля. Да. Такой, от которого никто ничего не ждет и не ожидает. От которого ничего никто не дождется никогда. Ай, бля. Эта зона, бля, не хочет ли сужаться? Мы хорошо сидим с Ханя. То ли хорошо сидим с Ханей, то ли хорошо убило, бля, не? Да, Гуф, ты умер, меня убило, бля. Гуф и Айза раньше как бомбили с Ханей, помнишь, да? Бля, ты помнишь, да, как это Айза, бля, как она мне, бля, нравилась по молодухе. А сейчас такая, бля, натуре, бля, стала, да, сейчас тляра? Сейчас такая она, бля, прокаженная, бля, уставшая. Уже прожженная. Она такая, бля, как Байрам, бля, уставшая стала с Ханей. Даже. Такая, блядь. Он же и песню эту «Я буду любить тебя» даже. Байрам, что за нефор, ты его видел, бля, сторисы вообще, какие он включает там? Всю дорогу какие-то песни и про тёлок что-то есть. Серьёзно? За слова тебе отвечаю. У Байра чё, бля, безответная любовь, что ли, уцы? У него как может быть ответная любовь, ты его видел? Да, урод, ебал, его же даже двоюродный брат не любит, по-моему. Его, наверное, я не знаю, на хате любят или нет вообще, он кто, блядь? Байрам же есть. Блудник, блядь. Его же, бля, пахан. Его, ладно, не буду здесь рассказывать. Даже эту историю. Бля, внутри забылся, уже без азарт вошел, ты понял. Байрама чмари, да? Ты стримишь. Я уже вообще забыл. Бля, внутри разогнулся, сханя, мышь на стриме. Даже. Мы внутри сели, общались, стрим запустился, и здесь уже, бля. Мы же до этого еще так спокойно. Да, на любые вообще мировые темы, сханя. Ой, бля. Вот опять не еду, да? Ой, они в эту хату заселются. Да, они то заехали внутри. Сейчас он дроп прям мне на лицо скидывает, смотри, уцы. Тоже. Саня, наш выход сейчас будет. Очень сильный наш выход сейчас будет. Очень сильный наш выход сейчас будет, Саня, очень прям. Идем отсюда, Саня. Я тебя сейчас к ним в спину приведу, Саня. Не надо было стрелять, Саня. Ай! Подожди, Саня. Все, да, я последнего убил. Это ты кидаешь? Да. Слепый. Вот он, пацан. На мой метр. Тьфу, ебать. Подожди, Саня. Против нас, по-моему, склад остался, Саня, аккуратно надо быть.
Таня. Да, брат. Надо забрать отсюда резко дымовые пожи. Сейчас все сделаем, брат. Да ёб твою мать! Марсель, поднимаешь тканя? Не останавливайся, с хазона сейчас убьет. Затащи меня, блядь, не сможешь. Вот сейчас. Поднимать? Да. Бля, надо было затащить тканя. Я уже все равно умру. Да, я тоже. Отойди. Просто. Фу, бля, все равно рубка была. Бля, сука, а? Он так, бля, с этого оружия стрелял, я, который. Да, я еще его нокнул, брат, прикинь, они его поднимали, я кидал, прикинь, просто мы будем в зоне. Макросубеки засовывают. Там макросубеки какие-то. Алло. Марсель. Персик, завтра все будет, ничего, братишка, зверь, бля. Вот тоже твой старший брат, посмотри, рейтинг поднимает здесь, блядь. Ай, бля, скималзин, бля. Персик, братишка, лев, бля. Рейтинг, рейтинг, хоба, я рейтинг поднимаю, чтобы когда ты прилетел, чтобы вместе рубились, бля, здесь, понял? Я, ты, Ферси, команду. Рейтинг Курбан Малачев называется. Курбана Малачевым поиграешь, вот так будет. Оттуда приедете, чемпионами мира, иншалла, будем сеть играть с вами. Левые аккаунты возьмете, старший братом будете играть на рейтинг. Ферсик, бля, хоба, два хищника, мои братишки любимые, самые, бля, плевые, бля. Это ваш чемпионат, поверь мне, если это суждено, это от вас не уйдет, братишка. Запомните, хоба, Ферсик, это ваш первый турнир, там уже старые профики, бля, сколько времени играют. А вы сколько времени играли, бля. Так что всему свое время, если вам суждено, вы это выиграете. Верьте в это, главное. Братишки, полный вперед, братья, полный вперед. А у них сейчас чемпионат дойдет, брат? Да-да, они сейчас в Дубае на чемпионате мира, хоба и Ферси играют. Очень хорошо играют, очень нормально идут. Для первого турнира двум пацанам, которые только вылетели за границу, это не какие-то отговорки, ничего. Они должны играть на максимум, они там всех высушат. Просто там уже сидят более, которые так ездили, сидели. Понимаешь, это все равно, это для человека, хоть он это все видел, они смотрели все эти турниры, дома сидели, когда им 15 было, 16, 17, 18. Они все это видели со стороны, а когда сами там оказались... Это психологически может так быть. Но я вижу, понимаю, они спокойно, они к этому нормально относятся. Они вообще там хладнокровно себя ведут, нормально, все четко. Но все равно это жизненный опыт. На второй уже ты более раскрепощеннее поедешь, ты будешь уже знать, что там, как там. Сейчас этот дожмете чемпионат мира, когда на следующий будете ехать, ничего. Когда уже я с вами тоже буду. Сборы на кастомках тоже проходили. А они первое место возьмут, им сколько бабок дают? Не знаю, брат. Ну там 2 миллиона долларов разыгрывается. Около миллиона долларов дадут. Им на сколько человек? На четверых. Им на 4 лям долларов. Ну так я слышал, что где-то так, да. Не знаю. Да, бомбочка, положение, поправится их тоже. Для молодых пацанов нормально, бля, будет. Прикинь, конечно, брат, нормально будет. Я думаю, блядь, вообще их, бля, поправят положение, все. Я думаю, старшего брата тоже не забудут. А они старшего брата точно. Они старшего брата точно не забудут, Марсель, поверь мне на слово. Да, мне самое главное, чтобы миллион, они сделали. Миллион долларов вот так упал. Просто не на 4 поделить, а на 5 прикинь. Как бы ты охренел от жизни. В натуре жизнь благодарная штука. А ты прикинь, Ханя, мы с тобой миллион долларов делим. Либо по 200 тысяч, или по 250, тебе есть разница? Не, вообще нет, если другому достойному брату уделиться оттуда. А другому еще две бумаги, вай, бля, и ты
Бля, брат, не как ты на месяц компьютер даже оставил бы, брат. Компьютер на ты месяц оставил. Ты просто лежал бы, да. Ты просто просыпался бы, потолок смотрел бы и так же засыпал бы. А, думал, бы, мне ничего не надо, уже себе одну аппарат взял бы себе. Сейчас как раз мне уже 28 января, что мне 30-ник будет на юбилей, брату, подарок. 30 лет, он на 200-ке черный выезжает. Эти номера тоже с Москвы забрал. Затонированная бункер по Стамбулу на 200-ке. Номера с Москвы я тебе сам подарю. Номера с Москвы, Сканя, они на какой-то Жигули или у какого-то старика А774. КК 77 регион. Ага. Вот это номера моей мечты. 77 именно регион Сканя. Сканя, этот мужик тебе сам подарит эти номера. Главное, чтобы они машину мне подарили 200-ку, да? Конечно, если он слушает, слышишь, дядя, бля, на этих номерах пацан Турции там на 200-ке ездит будет, он сам ее вместе с тебе на Жигули она зачем нужна, да? Конечно. Он даже значение им, наверное, не придает. Что это такое для него? А мы ему, бля, 3 семерки подарим и все. Бля, прикинь, Сань, вот так по 250 рублей, по 50 брату. Блин, конечно, конечно, все, все по рукам дали. И бах, бля, две бумаги зелени на карту. Да, две бумаги зелени, и ты себе. Бля, я бы на их месте, я бы, бля, не знаю, это не хочу говорить, как что. Но я на их месте, я бы сделал так. Эй, Циля, мне вообще клянусь, я тебе говорю, разница нет. Я знаю. Да, да, я понял про что ты, да. Не. Я тебе просто свое положение говорю. Да. Я зарабатывал, что делал. Я всегда вот так братьям, да, приятное дело. А потом братья тянули меня еще на что-то больше. И вот так всю жизнь строилось. Да, это да, жизнь. Да, просто да. Если бывают молодые, они этого не знают. Они могут сейчас... Эти точно знают, Ханя, эти точно знают. Да, не, я для других говорю, да, даже много людей, да, смотрят, брат. Бля, может быть, для кого-то это, бля, полезным будет, а не завтра, от души тебе, бля, брат, твои советы в натуре нам в жизни, да? Бывают люди, они думают, лучше сегодня заработать, бля, 1 000 000 рублей, да, грубо говоря, понял? И, а там не поделюсь, ничего, зато, бля, ну, сука, ты этот 1 000 000 рублей потратишь. Даже, а потом с тобой движение, никто ничего и не будет. И ты потом как черт, бля, живешь, с тобой движение не делают, люди уже знают, что ты падки на бабки. Да, понял? Да. И поэтому, а если ты, бля, этот 1 000 000 рублей поделишь с братьями, все с твоей руки покушают, с твоей руки кусок хлеба, тебе Всевышний 10 раз больше даст. Да. Ты завтра чемпионат на 10 миллионов долларов выиграешь. Да, жду 200-ку. Жду 200-ку, да, с этого Дубая, да? Минимум, короче, минимум, брат. Я теперь пиздец как начал смотреть этот турнир, бля. Который я в жизни не смотрел турнир, я сейчас буду смотреть. Мне просто уже конец интересен. Даже. Как их поднимут? Будем на 200-ке или нет? Будем по Стамбулу. Не поймут ли эти молодые, оправдают ли эти молодые твои ожидания или нет? Вот ты сейчас мне говоришь на серьезных умах, не, это молодые не такие. Это ты сейчас говоришь, Ханя, потом 1 000 000 долларов когда будет? Мы посмотрим, они такие. А, вот, текущий общий. Ты нажми вот здесь, видишь, справа эфир написано, где магазин у тебя, да, рядом. Вот, нажал. Посмотри, что написано. Сетка победителей, сетка. А проигрыш. Сколько долларов в призовой фонд? Да ну нахрен, это 3 миллиона долларов, Саня. И наши братишки, чтобы ты знал, Хоба и Ферстик. Да. Ты знаешь, уже в призовом. Уже там они, бля, в финале, можно сказать. Уже все, они рубятся за эти бабки. А если они второе место возьмут, как, что тогда они получают? Позже они получат нормально, ты что, 1700-800. Да ну нахрен. Там все получат, 700, да, на этом турнире все получат бабки, да. Кто нормально отыграет, все получат бабки. Бля, Курбан, бля, Малачев, Курбан, что за хуйню ты сделал, а? Братья, там, бля, призовых был бы, бля. Там Данте есть у них, бля, вместо него, если я с братишками сидел бы, играл бы, сейчас задрочился бы, роллграунды, аутоста. Я бы неожиданный ход в моменте выдал бы эти в натуре, там, QM, хуем, и китайцы охуели бы, это что за рысь вырвалась, бля, наружу. Дима раскидал бы, зап, я же такой, бля, сам не знаю, что я сделаю иногда, бля. Да. Я их, бля, переебывать, да, начал бы все. Не знаю, ты понял, сходи? Да, если я сам не знаю, знаешь, да. А люди, они же не могут пройти нечитаемый игрок. Вообще нечитаемый, что попало могу сделать на ровном месте, ты понял? Такие там джинджи, yeah, минджи, пинджи, бля, я сейчас сидел бы вместо этого Данты, бля, с братишками Дубая и кричал, давай, бля, лес. Я бы сейчас, бля, фуагра хавал бы где-нибудь там, бля, в океане, бля. Конечно, Станя, конечно. Бля, не знаю, брат, я не знаю, бля, чё, я уже, бля, взбудоражился, как будто я уже, бля, сейчас прилетаю, и ты меня, бля, на чёрной 200-ке с Duty Free встречаешь, ты понял, Станя? Я уже вот так вообразил эту жизнь. Ничего, Сханя, если я сейчас начну играть опять от первого лица, замену в любой момент же можно сделать. Не, замену можно сделать, любой, это понятно, Сханя, но это ты опять на перспективу говоришь, я тебе говорю, за сейчас. Да, сейчас зачем? Финал никогда. Вот сейчас он будет идти до 20 каких-то чисел, завтра они играют, например. Заходи, давай комментировать, я, ты, Люкан, блядь, Курбан, будем смотреть, как эти бабки, как эта 200-ка к нам идет. К нам в руки уходит, да, будем болеть за нее. Да, да, вот так ты сидишь и болеешь. Честно сказать, брат, я без ясности не могу. Бля, прикинь, мы сейчас болеем за 200-ку, а потом ее нихуя нету, и чё? Оля, она будет.
Я тебе за слова не, отвечаю. Пусть, вот. Бля, просто, бля, я не знаю, что, пусть мне дадут и ясность. Какой, пусть наши братья скажут, бля, конечно, ты как ты можешь сомневаться, бля. Чтобы мне же не по кайфу слова понял за мои слова. Пусть так сделают, и я уже, бля, начну. Бля, так, так бля. Болеть, 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 и потом в конце от души старший брат, бля. Понял? Потом, бля, они будут здесь старшими братьями с миллионом долларов. Даже? Не-не-не-не, я вот искренне верю в то, что они... Мы их на натуре четвертого тиммейта хуесосим, их не двух тиммейтов, их надо заменить, бля, они играть не умеют, а они с ними рядом сидят, спят, бля. Может, даже они с ними вместе сейчас стрим смотрят, и понял, хуесосим. Не-не, может, они даже вместе бабки делить будут, бля, потом да, скидывать. Даже, а мы этого Данте... Я даже не один раз не видел, когда Данте играет, я уже его сбагрил с их командой, хочу просто так, потому что я видел, как его пару раз убили, жесть. Просто этих... знаешь почему? Потому что ты чувствуешь, что ты там должен был быть. Да-да-да, мое место занял, подсознательно, нет? Ай, бля, да. Братишками в Дубае сейчас сидел бы, бля, старый лах. А мы что делаем, мы не играем, что ли? Мы общаемся, тха. Давай, давай, бля, играть и общаться, нет? Да, да, давай. Мы, блядь, группа этап, 16 команд переходит в сетку победителей, 8 лучших команд из каждой группы, 16 команд. Наши вот здесь должны выйти, походу, как я понял, 8 сильнейших команд проходят в суперфинал, 8 сюда, блядь, что за хамель, мне хер здесь, блядь. Вот это суперфинал надо, чтобы наши попали, и все. Да, Всевышний, папа. Главный чемпионат будет определен в финальном. Ребята, я шучу. Они реально, бля, и Хоба, и Ферзик, это очень золотые ребята. В натуре я их, бля, вот, честно говоря, так близко не знаю, но я вот от всех слышал, кто с ними какое-то дело имел, общался, что-то, они очень уважительные, хорошие ребята. Да, ты знаешь, как они познакомились? Ты же их свел. Да, братишек своих. Прикинь? Я этим, бля, горжусь. Они... Конечно, брат, они сами этим гордятся, они должны понимать, что Всевышний так сделал, что ты их свел. Ну и потом в конце уже, если они выиграют, мы пообщаемся. Че говорит Ханя? Че с Ханя мы начинаем? Может, мы с тобой двоем и два рандома. Два гандома, да? Давай. Да. Твой рейтинг, бля, нормально через ходя плюса. Я подойду. Да, бомба. Чуть выше моего. Нормально, Саня. А так у меня рейтинг выше, чем у тебя, ёбаный в рот. Бля, до чего мы дожили, а?